Крис, время 6:30. Пора вставать. Да, дорогая. Еще 5 минут, и я встаю, хорошо? Я в душ. Но сначала нужно выпить стакан воды. Нанесу маску и пойду сделаю всем завтрак. Ну конечно, он все еще спит. Крис, уже точно пора вставать. А-а-а! Уйди, чудище! Я тебе сейчас покажу такое чудище. Быстро вставай, опоздаешь на работу. Завтрак будет готов через 20 минут. Все, я встал. Ну ты взбудоражила меня с утра. Сон махом прошел. Ну и отлично, была рада помочь. Так, что сегодня на завтрак? Я съем авокадо-тост и выпью чашку кофе. Папа съест яичницу и тосты с сыром. Бетти любит сама себе готовить завтрак. А Джейн, к счастью, завтракает в детском саду. Так, пойду маску сниму. Дорогой, ты уже тут закончил? Эмми, сними уже эту свою маску с лица. Ты меня пугаешь. Я как раз за этим и пришла. Завтрак на столе. Супер, люблю тебя, моя дорогая. Приятного аппетита. Когда же она уже проснется? Мне нужно срочно на улицу. Джейн, вставай. Тоби, отстань, еще будильник не звенел. Мне можно еще поспать? Подожду тут. Все, вставай. Идем гулять! Ой, да встаю! Сейчас умоюсь и идем гулять. Джейн, милая, пора вставать. В садике тебя ждут друзья. Мамочка милая, что-то мне сегодня не хочется в детский сад. Давай останемся дома. О, милая, мы не можем. Мне надо на работу. Но мне надоело ходить в детский сад. Там дают утром невкусную кашу и заставляют спать днем. Осталось совсем немного. В этом году ты уже пойдешь в школу. И в школу я тоже не хочу. Ты просто не выспалась, милая. Иди умойся, почисти зубы, и папа отвезет тебя в детский сад. Эх, ладно, иду. А можно взять с собой игрушку в садик? Конечно, можно. Всем пока. Мы с Джейн уходим. Пока, мамочка, пока, Бетти. Пока-пока. Дай я тебя поцелую, постараюсь забрать пораньше. Я тоже уже поехала на работу. Завтракай и собирайся в школу. Не залипай много в телефоне, а то опоздаешь. И не забудь покормить своих питомцев. Конечно, мамочка. Обещаю все сделать и не опоздать в школу. Пока! Так, чем бы мне сегодня позавтракать? Пожалуй, выпью сок и съем хлопья с молоком. Но сначала накормлю Бума и Тоби. Еда? Кто сказал еда? Я уже тут! А где Бум? Бум, иди есть. Кс-кс-кс-кс. Да тут, я тут. Ждал, когда все разойдутся просто. Давайте свой завтрак.
Теперь нужно собрать рюкзак в школу. И есть еще немного времени ответить на комментарии подписчиков. О, это Олли. Да, слушаю. Что? Уже 15 минут ждешь меня? Что-то я тут залипла в телефоне. А мама ведь предупреждала меня. Ну все, я бегу. Вот такое наше утро в семье в будний день. Я уже побежала в школу. До встречи, Токи, и всем пока-пока!